сегодня мы в отеле Q Premium Resort. IQ! Точно! Ты знаешь, пока я прогуливалась, я поняла, что этот отель точно строили архитекторы с высоким IQ. Да, я с тобой соглашусь, я вот тоже здесь смотрю, и как минимум стойка ресепшн находится в каком-то роскошном месте. Она не только роскошная, тут все продумано для людей. Да, мне кажется, нам стоит оценить весь отель. Да, пойдем посмотрим. Скорее идем. Авентура Q Premium Resort Hotel расположен в регионе Аланья, на берегу Средиземного моря. До аэропорта Анталии 85 километров. Сразу бросается в глаза роскошь и стиль этого отеля. Изысканная мебель в просторных лобби, красивые узоры и барельефы на стенах, сверкающие зеркала и многоярусные искрящиеся люстры. Номера курортного отеля Q Premium также обставлены элегантной мебелью и оснащены всем необходимым для комфортного проживания. Во всех номерах имеется балкон. Территория отеля небольшая, но уютная и хорошо распланирована. В отеле работает мини-клуб для детей от 4 до 12 лет с открытой и крытой игровой зоной. С детьми здесь, конечно, очень здорово. Тем более, что есть такая просторная, хорошая комната для рисования, для различных игр. В общем, все, что нужно детям. Здорово. И в игрушки играть, конечно. Можно и полазить, и побегать, и попрыгать, и поиграть с аниматорами. В общем, ваши дети здесь будут буять. И еще покатиться на горке. И прокатиться на горке, конечно. К услугам гостей имеются детские и взрослые бассейны с шезлонгами, удобными лежаками и уютными шатрами. А, какая прекрасная атмосфера, музыка. Да, и очень интересное место. А ты почему коктейли не взял? Так, а я думал, приносят их сюда. Нет, сюда не приносят. Но зато за символическую плату мы можем здесь провести весь день. А вот те кабинки совершенно бесплатны. Веселье добавляет две водные горки, зажигательные танцы с аниматорами. В течение дня проводятся активные и спортивные занятия. У отеля свой собственный песчано-галечный пляж с пологим входом, красивым длинным пирсом, где можно с комфортом провести время. Ты знаешь, все лежаки, зонтики и, конечно, подушки на пляже для постояльцев отеля совершенно бесплатны. Так не только на пляже, и на пирсе. Посмотри, какой он длинный и сколько здесь бесплатных лежаков. Да-да-да. И еще кабинки приват. А еще весь пирс по всему периметру огорожен, поэтому не стоит переживать за свою безопасность. Так не только за свою, но и за своих детей, потому что помимо прекрасного ограждения, здесь еще спасатели. Конечно, они всегда бдят, и если вдруг что-то случается, то, конечно, они придут на помощь. Гости курортного отеля Q Premium могут посетить спа-центр с сауной и турецкой баней. Тут же можно насладиться массажными программами и различными пилингами. Так немножко щекотно, но в то же время такой легкий массаж. Это так приятно. Очень приятно, правда. Рядом со спа-центром есть оборудованный тренажерный зал. Хорошая физическая подготовка – залог крепкого здоровья. И даже на отдыхе не стоит об этом забывать. Фитнес-зал вам в помощь. На территории отеля работают 4 бара, ирландский паб и кондитерский магазин с большим ассортиментом десертов и выпечки. В главном ресторане Wok блюда подаются как в помещении, так и на открытом воздухе. В ресторанах а-ля карт гости могут отведать блюда итальянской кухни, также можно попробовать кушанья османской, мексиканской кухонь и различные морепродукты. А знаешь, что самое ценное на отдыхе? Ну-ка. Эмоции. Ты возвращаешься домой и наполняешь себя этой энергией, воспоминаниями. Да, в Q Premium Resort действительно эмоций хватит сполна каждому. Развлечение найдет как ребенок, так и взрослый. А давай перейдем к главному. Давай. Звездам. Конечно. Я думаю, что первую звезду мы можем поставить за спа. Угу. Я испытала там столько эмоций, меня рыбки так щекотали. Да, я слышал, как ты визжала от удовольствия. Ну и еще одну звезду мы сегодня поставим за несколько спортивных, огромных, больших, просторных бассейнов на территории отеля. А следующая наша звезда за пирс и пляж.
Да, я точно с тобой соглашусь. Еще одна звезда сегодня за анимацию у бассейна в течение дня. Еще одну звезду мы сегодня поставим за детский мини-клуб с детскими горками. Еще водные горки, да, аквапарк. Да, водные горки, аквапарк, конечно, это тоже заслуживает все вместе звезды. Подведем итог. Отель не только семейный, но он создан для молодежи. Да, я с тобой соглашусь. И семья здесь спокойно сможет отдохнуть с детьми, поразвлекаться. Детских развлечений сполна здесь. Для молодежи здесь есть все условия для отдыха. Музыка здесь качает целый день, просто потрясающе. Тут такая романтика, посмотри, какой закат нас ждет. Да, идем? Идем.